Сложный был год. Налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек, наш военком. Он собрал всех тунеядцев, дураков и коллег в районе. Даже глухих определил в погранотряд альпийские тетерева. Столько лет уже прошло, они еще где-то чудят. Есть такое слово – надо. А я тогда присягу принимать не буду. Эх, дружок, молод ты. Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя. Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова. Так, что вы шарите? Кто отхреначил полгода, тот молодой. Он шестерит черпаку. Это который прослужил год. Черпак ходит под дедом. Дед разменял полтора. Он уважает деньги. Ясно? Переведи на наш. Перевожу. Жизнь ваша полная параша. В армии вы духи бесплотные. Духов чморят все. Дык? Любопытно, а в чем это выражается? Вот видите этих прекрасных парней во главе со старшим сержантом Лавровым. Им ноги мыть по сроку службы не положено. А чистоту они любят. Будете им портянки стирать с детским мылом. Дембеля микробов боятся. Передай этим прекрасным парням во главе со старшим сержантом Лавровым, что к стирке у нас интереса совсем нет. Мы родину пришли защищать. Вы все говно! Вы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! Здесь вам не курорт, калаш мне в зад. Это армия тратил мне в жопу. Армия! Даже из таких гомиков, как мы, делает настоящих мужчин. Разряд мне в анус. Ты меня понял? Вы что думаете? С вами здесь будут нянчиться и истребитель мне в ангар? Я лично буду выбивать вам дурь из башки. Крейсер мне в бухту. Вы здесь, чтобы защищать родину, а не валять этого Ваньку. Все понятно, девочки? Весь ядерный потенциал мне куда? Вам в попу. Ты на ушко скажи, куда мне этот потенциал? В попу? 100 нарядов вне очереди. За что? Посмотрите на себя. Зеленые, женоподобные, безмускульные щенки. К мамочке, небось, хотите? Домой! Сисю хотите? А кто мамочку защищать будет? Я! Дядя Петя! Тетя Мотя! Скоро вы станете бойцами Красной Армии. Она сделает мужиков даже из такого, как ты. Что вы себе позволяете? Теперь конкретно. Все должно быть прекрасно. Погоны, кокарда, исподняя. Иначе это не человек, а млекопитающее.